Добрый вечер, извините. Где тут рояль? Пожалуйста. Спасибо, все. Да, извините, а пианистик не найдется? Простите, а вы кто такой? Неужели не узнали? Минуточку, сейчас расскажу. Мальчик, сядь туда, пожалуйста. Я сажусь сюда, потому что меня лучше видно. Меня по телевидению надо показывать. Дорогие друзья, я, в общем-то, артист. Всегда чего-то ищущий, жадный. В хорошем смысле этого слова. До всего. Да, прошлым летом меня посылали сюда, в Москву, на международный конкурс имени Чайковского, да. И я смотрел его здесь, по центральному телевидению. Но мне некогда, я, пожалуй, спою что-нибудь. Извините, я пошел. Добрый вечерок. Здравствуйте. Я тут нотки принес сложные. Посмотрите, пожалуйста, потому что времени у нас мало. Вы встаньте, давайте, потому что, что ж я стою, а вы сидите. С вашим ростом-то посидеть. Видите? Я могу встать, так, мне все равно. Значит так, здесь жирное пятно, сразу говорю вам, не играем, это рыбу заворачивали. Ну, в общем, это мое личное дело. Значит так, здесь мы не это играем. Не играем, зачем? Не играем, черкать не надо. Ноты чужие, почему надо черкать? Ну, значит, не так, играем же, давайте зачем? Я вас прошу, вот здесь вот тоже цифру эту не играть, переходите сразу вот сюда, на флажок, и вот это не надо тоже черкать, зачем это? Вот здесь вот не играйте, это играйте, играйте, не играйте, проще пареной репы, так, пожалуйста. И пошли сюда. А переворачивать не надо. Там темно-вишневый шаль, женский роман. А где же дальше? Ну, а зачем мне женский роман? Значит так, вы берете вот этим пальцем здесь, этим здесь, перевернули, здесь не играете, это играете, эту строчку опять не играете, черкать не надо, вышли сюда и здесь вот, вот эту, с этой цифры сразу переворачиваете обратно. Здесь не играете, потому что жирное пятно, рыбу заворачивали, здесь вот не а играете. А здесь что делать? А здесь просто можете вот так поставить руку, с этой стороны играть, с этой нет. Какую же я руку поставлю, я играю двумя руками. Это не важно. Значит так, вы начинаете сначала, вот это пропускаете, и все на полтора тончика ниже, потому что ноты не мои, я не знал этого все. Однако. Пожалуйста, осторожно там, не порвите, потому что я знаю это. Дорогие друзья, Глинка. Попутная песня. Прошу. Зачем вы столько нот принесли, если поете одну песню? А почему вы со мной разговариваете, когда я уже в образе и готов петь? Вот. Ну? Я жду, я долго уже жду. Уже второй раз вышел из образа. Секундочку, ведь я не готов. Еще у меня упали ноты. Какое мое дело? У меня упали ноты. Почему я должен отвечать за ваши ноты? Вы пианист или я пианист? Надо было переписать, а то все в рыбе. Знаете что, не надо со мной... Где вы рыбу-то ставите? Если я здесь вот стою, это мое дело. Я стою и я пою. Так, ну, поехали. Давайте петь. На. Как вы это делаете? Что вы играете? Это же темно-вишневая шаль, женский романс. Я сказал, я женских романсов не пою. Я спросил, не переворачивать. Там дежурные пятна, не играть, я не жив. А это не мое дело. Причем тут я? Я? А, это низко, это низко. Что вы низко, нормально. Ниже, ниже, иди. В этой шали я с ним повстречалась. И меня он любимой назвал. Что мы поем? Романс. Стыдливо лицо закрывало, а он нежно меня. Кто вас прислал? Режиссер. Целовал. Кто вас прислал? Это не ваше дело. Кто меня прислал? Говорил мне, прощай, дорогая, расставаться с тобою мне жаль. Это же низко, слышите? Низко, вы так просили. А колесо тебя слышишь, родная, это темное вишневое. Где мои ноты? Вот где мои ноты? Вот ваши ноты. Это не мои ноты. Вот, а у меня было жирное большое пятно. У вас все ноты в пятнах. Вот мои ноты валяются. Поднимите сейчас же. Дорогие друзья, Глинка, темная вишня.
попутная песня исполняется впервые мною. Прошу. Да в салфон тебе дымится паровоз, без торта разулонения, ожидания, нетерпения. А веселится и ликует весь народ, и быстрее шепче воле поезд мчится в чистом поле. Этим столбом кипит, дымится паровоз, быстрота, разгул, волнение, ожидая нетерпения, а веселится и ликует весь народ. Веселится и ликует весь народ. Но быстрее, шепче воле, поезд мчится в чистом поле. И быстрее, шепче воле, поезд мчится в чистом поле. Поезд мчится в чистом поле. Неужели нельзя сдвинуть немножко темп? Я же давлю. Сдвинуть быстрее, можно. Чуть-чуть. Не воздух, не земель, страдай самолет. Здесь я смотрю очи, работы мне никто не делал, обещание. Но ему медленнее, быстрее. Медленнее, быстрее. Шепчешь невольно, как долго, вообще любой тональный заявление. Хотите быстрее, вообще могу в три раза быстрее. Бандит какой. Возьмите ваши ноты. Дорогие друзья, вы, конечно, узнали артиста Владимира Винокура, который исполнил отрывок из нового эстрадного спектакля. Его партнером был пианист Лев Оганезов.